На этой сковородке, видишь, что мне? Да, супер такая сковородка. Да. Сразу видно, да, эта сковородка, на которой все вкусно. Вот она. Угу. Ну, тут тоже будет вкусно. Вот, видите, прям сразу золотая. Все, она знает свое дело. Вот это, между прочим, уже готово. Вот это. Намек поняла? Да, хвосты, чтобы ободрать. Сейчас. Хвосты, но пока Андрюши нет. И тем более Андрюша у нас сегодня променился. Что не может не радовать. Я Леночке сегодня свою любимую поговорку уже говорила. Нет ничего более полезного хозяйства, чем променившийся мужчина. Да что? Главное, чтобы Андрюша не услышал. А то обидится. Это да. Надо вилки. Хвостик хотите? А я говорю, хвостик хотите? Ага, говорит, надо вилки достать. Я двойку не ем. Почему-то. Чудесная. Мам, ты знаешь, они очень невкусные. Не надо их даже пробовать. Отвратительные хвостики. И не пробую. Даже вообще не надо пробовать. Я что думаю, мне хватит этой рыбы. Да-да-да. Ты, мам, ты правильно думаешь. Святая женщина. А головы едите? Нет. Что же нет, Оля? Пора золотарей, пора золотарей идти. Такое везение. Точно. Вкусно. Это любовная любовь. Любовная любовь. И вот любовная любовь. Лен, да. Ты такая молодец. Я знаю. А я тебе еще раз хочу сказать. Да. Ты молодец. Вот это вот, посмотрите, что она понаделала. Ты меня простила, да? За что? За зерок. Нет, за зерок я тебя нет? не простила. Как это нет? Я теперь должна ответочку тебе сделать. Нет. Поедем за травой сейчас, чуть вечером. А потом на ночь лепешечку вкусную. Люди переживали, спрашивали, почему да. я не приготовила лепешки. Я в курсе. Потому что Леночка сказала, что лучше сегодня. Какие люди злые? Люди добрые. Люди добрые? Люди добрые хотят лепешек, и я тоже. Ага. Да-да-да. Хотите, я вам покажу, что мальчики сделали? Пойдемте посмотрим. Мальчики тут понаделали. Какая красота. Стоят уже двери, даже с ручками. И там стоят и обналичники. Обналичники это называет Виталик? Да. Поставил Виталик уже, все работает. Здесь не поставил. Вот еще чуть-чуть осталось. Какой ты молодец, Виталик. У тебя золотые руки. Святой человек. Какой ты молодец. Я тебя прямо хвалю-хвалю. Красиво, да? Я тебе спасибо. Какой ты красавчик. Вот видите, чтобы все работало. Молодец. И вот здесь тоже. О, и Андрюша работает. Вот, посмотрите, как красиво. Как красиво дело. Спит, да. Висит, спит. Вот этот люк сейчас он сделает. Это окно в Европу. Он там деньги свои прячет, миллионы. Да, Андрюш? Да. Но я знаю, просто ты не признаешься, ты миллиардер. Очень. А друзьям помочь не хочешь? Миллиардом хотя бы? Конечно, могу приехать. Что-нибудь сломать. Сломать начинается. Леночка, а Леночка сразу прибежала, поняла, что где-то зашаренным запахло. Я боюсь проговориться. Нет, что мы увидим, что он откроет этот люк, а оттуда мешки посыпались. Я так и знала. Мы не такие. Вот видите? А по глазам-то видно, что такие. Ну и мои глаза, они плачут просто. Они плачут, потому что ты на рыбалке был до 10 часов утра, а не потому что у тебя там миллионы. Не надо нам рассказывать, мы все знаем. Я что-то наелась с утра. Я просто завидовала, что ты там, а не здесь. Они здесь. Значит, с тобой получается одно, что удовольствие, да? Да, да. Надо удовольствие получать всем вместе здесь. Видишь, вот ты сейчас приехал, у тебя прям счастливые глаза. Ты получаешь удовольствие. Обалдеть. Удовольствие. Когда пилки рассыпятся, глаза. И Виталик, посмотрите, улыбается, потому что он тоже получает удовольствие. Виталь, получаешь? Конечно. Вот. Истинное. Истинное удовольствие. Красота. Любо дорого смотреть. А что, дырочки? Вот я люблю, когда всякие аккуратные дырочки он делает. Смотрите, как классно. Как по маслу. Красота. Да, я сказала правильно. Сгорело, правильно. Нет, чтобы не сгорело, а поджарить, да. Я тут, видите, тут командую. Ай, вот это сгорело. Да ничего страшного. Там это что надо смазать. Да что ж ты прилипла-то, а? Ну ты погляди, зараза.
пока Леночка здесь, я ей хочу помешать как раз. Да-да-да, давай. Самое времечко посмотреть на хлеб. Ух ты, Ляля, он так шапку снял с одного. Ну, ему еще не время. Ага. Еще 10 минут, он говорят. Он, по-моему, не так поджаривается, как мой. Ну, посмотрим, что получится. Мы пекли хлеб сегодня в газовой духовке. Первый раз именно вот этот хлеб на ржаной закваске с пшеничной мукой. Он белый по итогу у меня будет. Так вот, мы пекли его в духовке, в газовой. 200 градусов 50 минут, 240 градусов последние 10 минут. Слышите, какой он? Слушайте. Классный, только вынули, минута не прошла. Чуть уехала, угу. Но ничего страшного. Это мы, я, наверное, знаешь, поставила. А, еще и бахилу он зацеплял. Ну, в общем, да. Суть в том, что хлеб получился. Кто-то говорил, что в газовой духовке не получается. Получается, газовая духовка вот такая. Режим вот этот стоял, как, ну, изначально он автоматически. Да. Если надо другой, то вот он выбирается. То есть вот этот режим 200 градусов, 200, потом 240, повторяю, последние 10 минут. И все, красавчик.